Канал «Таежный обитель» приветствует вас. Сегодня я снова в выставочном зале. Там рядом идет репетиция, музыка гремит. Ну, мы под эту музыку попробуем вам показать выставку. Вот это она называется «Зимний пейзаж», несколько художников. И я по ходу вам про них как бы расскажу, про этих художников и про выставку. Опа. Вот начнем с выставки Седова. Борис Седов, замечательный художник, преподает в школе искусств нашей. И вот у него такие оригинальные, своеобразные и по цвету, и картины. «Дача зимой». А вот и тут пейзаж с плотиной. Вот она, наша зейская плотина, и вот такой пейзаж с плотиной. Поедем дальше. «Дачная улица», наши красивые сопки, вот такая, ну вот зимой везде снег, ранний снег, такая замечательная картина. Опять дача, это вот у него есть дача своя, и он там, видать, эти этюды рисует, дачки, январь. Вот так замечательно. Попрем дальше. «Зимний пейзаж с гаражами». Это вот наши гаражи. И опять сопки, тайга. Тайга, она прям как бы обнимает Зею. «Пейзаж с водой и хлебом». Вот такой пейзаж с водой и хлебом. На окне стоит вазочка, бутылки. «Зимнее солнце». Вот зимнее солнышко. Вот оно, солнышко. И вот наш поселок Светлый, Зея Гастроя. И замечательная такая вот картинка. «Январские розы». Также вот на окне, и за окном зима. «Ноябрь», дачный поселок. Еще листья не все облетели, вот есть деревья желтые. Вот такая выставка Бориса Седова. Попробуем дальше. «Владимир Шляндин. Отчий дом». Вот замечательная картина. «Отчий дом». Зима. То ли утро, то ли вечер. Такие тени. Дым с трубы. Наши художники молодцы. Наталья Мустакимова. «Зимний пейзаж». Вот так она видит зимний пейзаж. «Зимняя сказка». Тоже все в инее. У нас здесь КГС, и тут очень много таких картин в инее. «Оля Новосад», «За городом». Такая замечательная картина. Двигаемся по нашей зимушке. Наталья Мустакимова, «Мороз и солнце». Вот и солнце, и мороз, и иней. «Зимняя ночь». Вот такая фиолетовая.
зимняя ночь. Это Наталья Гуфа. Я уже вас с ней знакомил. Вот она писала картину Дмитрия Донского. Она больше, по-моему, портретистка. Но вот пейзажи у нее тоже замечательные. Получается, зимний день. Где-то озеро такое. Избушка. Дорога, избушка. В ледяном гроте. Это она, по-моему, своих чат нарисовала. Мороз и солнце. Дорога, дорога. Убегает за горизонт. Владимир Шляндин. Ну, это один из самых наших замечательных пейзажистов. Вот березовая роща зимой в инее. Так замечательно. Сентябрьский снег. Вот какой контраст. Желтые листья, зеленые сосны и снег. Дорога разбитая маленько. Сосны рвутся в облака. Вот такая картина. Выписана каждый, да и иголочка, каждый листочек. Я смотрю на эти картины, жалею, что я не умею рисовать. Светлый зимой. Это наш поселок Светлый, Зиегостроевский, как его называют. И вот он зимой вот такой. Это вот, видать, тоже начало зимы, потому что на кустах еще желтые листочки. Береза, зимняя красавица. О, какая ветвистая, мощная. И сопки наши даже здесь видно. Ирина Лелекова, вечер. Это вот я показывал куклы, она делает. Она мастер на все руки. Это я просто удивляюсь талантом ее, как бы нет границ. За что она только не берется. И валяние, и всякое-всякое. Поздняя осень, туман такой. Бумага, акварель на озере. Тоже в тумане так вот. Тоже похоже на осень. Зимушка. Вот замечательно ветки в таком инии. Вот у нас здесь от этой, я говорил уже, от Азейской ГЭС, вот такие красоты зимой в инии. Наталья Мустакимова. Это ее почерк. Оригинальный, своеобразный. Зимняя ночь. Вот. Отражаются плафоны, и там зимняя мозаика. Наталья Лебедева. Тоже была выставка ее, мы ее вам показывали. Вот такой закат. Вот это закат, так солнце, интересные круги. Это ж надо заметить. Вот художники не зря говорят, у них взгляд на природу своеобразный. Зимний день, трубы печные дымят, холодно. Наталья Лебедева, дом медика.
Трубка, дрова. Зима в деревне. Грусть наводит. Вид на реку Зея. Это тоже зима, лед на реке. Еще листочки, это, видать, осень. Холст, масло. Владимир Шляндин. Это его, он по маслу очень хорошо, хорошая работа у него, масло. Как говорил один наш знакомый общий, картина маслом. Едем дальше. А вот они сами, вот они наши замечательные художники стоят. Вот они тут с детьми. Это тоже они. Зима. Это когда идешь по улице, а снежинки лезут к тебе целоваться. Прихожу домой, вся зацелованная. Мигель Грейс. Вот тут как раз художники Лелекова, Новосад, Шляндин, Мустакимова. Вот они наши люди. Вот еще одна картина Владимира Шляндина. «Оттепель». Вот такая. Ну вот, на ней я сегодня заканчиваю этот обзор. Зимний пейзаж. Список участников. Канал «Таежный обитель» желает вам здоровья, радости, красоты, творчества, гармонии с самим собой и с окружающим миром. Пока-пока.